Ровно. Он стал там жить. Ну и помер, умер потом в 632 году. И в этом месте возникло мусульманство. А до этого там было целое православное государство. И правитель в конечном итоге обратился ко Христу по молитвам этого Григория Мирицкого, епископа этого государства. То есть там было православие. Не просто там мусульмане жили все время, а были православные еще. Но там есть один нюанс. Против веры Христовой восставали иудеи. Там была огромная община иудеев. И Григорий Амирицкий, этот святой муж, попросил этого правителя ни много ни мало, как взять их и всех поубивать, кто не верит во Христа, евреев. Начало 6 века. И правитель пошел на это, сказал, хорошо. Тогда евреи, ну, не будь дураки, как говорят, пришли к этому правителю и говорят, не, ну что так сразу нас убивать-то, мы же все-таки граждане твоей страны. Давайте мы сначала диспут устроим с вами. Если вы нас победите на диспуте, ваше учение победит наше учение Иеговы, нашего Бога, тогда, говорит, ладно, уже будете нас убивать. И подготовили против Григория Мирицкого, он выступал от православных, своего апологета, защитника веры своей. Ну и в конечном итоге, там, по молитвам, чудесами и так далее, евреи были поражены тем, что Господь Иисус Христос на облаках снизошел на расстояние видимое. То есть по молитвам Григория Мирицкого. Вот такие чудеса были в этой стране творились. И у меня теперь на вопрос, Игнат Тихонович, еще один вопрос. Если в этой стране уже было православие, все видели там Христа, и поэтому все евреи практически уверовали, стали христианами. То есть они, значит, правильно должны были о Христе уже говорить. Неужели через каких-то там 80 лет, там, когда родился Мухаммед, там 1560 год или 1560 там, с чем-то, 600. Ой, 560 год, 560, да, он родился. Неужели они забыли все православие? Куда делись те общины тогда христианские из этих евреев и те, которые были? Даже будем так говорить, Игнат Тихонович говорит о благовестии. Вот, а благовестники не пришли. Так они там уже было православие, целое государство, Йемен. Они дружили с Эфиопией, Эфиопия тоже была православное государство. И у них до этого были там, ну они же через Красное море, там, и у них там между были междоусобицы там какие-то, те пытались у них захватить территории, те у них. А когда правитель стал православным, они подружились с Эфиопией, то есть у них были прочные связи уже с христианским миром, получается. Потому что Эфиопия никогда не отрывалась от Иерусалима. Они оттуда епископов получали, и мира, и остальное прочее. Ну, какое-то время. Как вот Россия от Византии. И все равно это ничто не помогло. Все, как один, на этом Аравийском полуострове, и потом дальше, начали верить этой непонятной, даже не ереси, а какой-то рассказе мусульманской. Просто поубивали. Тихо. Можно? Ну, это теория одна. Связи-то оставались, а веры-то все равно не было. Свидетельство, которое было от стариков, которые, может быть, видели. Погромче говорить. Связи оставались, как брат говорит, а веры не было у людей, у молодых, у далеко живущих, в свидетельство тех, кто был очевидцем. Ну, была какая-то группа очевидцев. А потом это все обросло слухами. А потом, может быть, как-то еще... Да ладно, ну было и было. А верить этому и не верить. Я хочу как бы в доказательство этой мысли привести такой момент. Почему они не верят в это? Есть ли у них какое-то основание не верить вообще у людей? Оказывается, есть. И это мы видим в 16 главе, мы это и видим. То есть у них есть основание не верить. А почему? Вот мы читаем текст. По прошествии субботы Марии Магдалина, Марии Яковлева, Соломия, они купили ароматы, чтобы пойти помазать тело Иисуса. Пошли, рассуждают, мы видим вот их путь. И дальше что? Наша вера, вот вообще... христиан 21 столетия уже основывается на этом свидетельстве. Вот они заходят во гроб и видят юношу. То есть, как к этому относиться, к свидетельству? То есть, есть два варианта. Поверить в истину, сказать, Христос воскрес, и сказать, нет, я в это не верю, я в этом сомневаюсь. А было ли такое уже в первом веке, в то время? Да, это было. Они, во-первых, после того, как получили от ангела приказ идти сказать и Петру, они
пришли в трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись, это раз. Потом, когда он явился Христос Марии Магдалине, и она засвидетельствовала, они что написано? Она пошла и возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим, но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. Ну как не поверили, а что еще надо было? Христос явился, я Мария Магдалина, я с вами сколько общалась, ну не верят и все. Не поверили. Ну а что, если апостолы не поверили, что спрашивать там с эфиопов, что спрашивать с арабов и с мусульман? Ну не поверили вот они. Ну говорим, да, было, но не верю. А дальше что мы читаем? После сего явился в ином образе двум из них на дороге, это Лука и Клеопа, это Евангелие от Луки мы читаем более подробно. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Ну а куда еще дальше-то идти? Не поверили? Так же и не верят и сейчас мусульмане. Хоть что ты, хоть кол на голове тиши. Я еще до конца. И только когда явился сам Христос, уже им, которые не веровали, сам Христос, вот как евреям, вот этот Григорий Америйский, там какие свидетельства приводил, говорил, потом в конечном итоге уже кончилось тем, что давайте Христа с неба сведем, вот только тогда и поверим. И вот наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие. Вот причина, почему они не верили. Кончилось только явлением. Явление их убедило. Все. Ну, да, я вот считаю так. Значит, должно было воскреснуть именно Богу. Богу. То есть Иисус Христос, Он воскресает, но Он своей смертью, Он пришел сюда как Искупитель. Он на кресте побеждает смерть, то есть грех. Вот. И своей смертью Он искупляет все человечество от греховной жизни. Вот. Если не было этого, если бы не было на кресте искупления, если бы не было попрания смерти, то есть Господь победил сатану, дьявола на кресте, если бы этого не было, значит, нам нет и прощения грехов. Значит, мы все находимся во грехах. Вот. И те, которые не верят, они вот сейчас вот взять иеговисты, там какие-то сектанты, все, они не верят. Они крест называют там палкой или еще что-то. Они не верят, что это Иисус Христос именно Бог. Они его называют человеком. Вот. А мы в это веруем. И поэтому мы своей верой мы приобретаем искупление. То есть Господь своей кровью, своей смертью омыл нас именно на кресте, и Он искупил нас. Вот. И дело в том, что Он же говорил, что Он, как Господь, Он воскреснет и Духа Святого пошлет. Вот. И если, ну вот я принимаю это верой, а тот, кто не принимает это верой, значит, они находятся до сих пор во грехах, получается. Они находятся во грехах. Мы считаем, что да, мы это знаем, мы в этом убеждены. Но... Это Бог дает веру человеку, ты веришь или не веришь. Если ты не веришь, значит, ты все это тщета. Значит, зачем ему надо было Господу приходить, умирать на кресте, давать прощение как бы авансом всему человечеству, чтобы человечество покаялось и приняло всем сердцем, всем. Я вот не могу выразить, да, я понимаю, выразить не могу слова. Говори коротко. Ну я... Хочу сказать, что догматы, это понятно, это догматы мы принимаем верою. Это везде у блаженного Феофилакта, везде в толковании пишется. Это принимаем верою. Троицу, о Троице, о искуплении, о том, что смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. Все мы это принимаем. 15 глава 1 Коринфянам об этом говорит вся. Это верой. Я хотел дальше напомнить, теперь историю напоминаем. А что же на том месте осталось? Но вот этот Мухаммед, он же куда пришел? Там было язычество. Но написано, и вот Даниил Сысоев это тоже приводит, и в лекции своей я читал там у него, что Магомед, он разговаривал с представителями манихейской ереси, с иудеями, когда-то крещенными, но тоже отступившими. И так далее. То есть там, на этом месте, в этой стране, оказывается, были, ну как говорится, лжехристиане. Они-то себя христианами называли, когда с ним беседовали, это понятно. Но он-то был несведущий язычник. Он не мог отделить зерна от плевел. И он принимал все вот эти свидетельства. То есть уже, сама христианская вера практически, наверное, полностью исчезла. Может быть, были кто-то, но с ним не встретились. А может быть, и встретились даже. Поэтому у него так категорично многие вещи написаны о том, что защищать свой дом можно с мечом,
и так далее, что христиане, им только голову рубить, а в другом месте, наоборот, сказано, что христиане-то еще ничего, вот евреям точно надо голову резать. То есть у него там иногда непонятно. То есть он встречался с одними, ему нравились эти высказывания, он их себе брал, как язычник. Не нравились, он не брал этого. А его вера была основана на том, что ему не нравилось, не нравились жертвоприношения. Тогдашние в этой стране аравийской приносили жертвоприношения детей. Это считалось самое прекрасное жертвоприношение этим богам. И против этого начали восставать. Просто, видать, ну, непонятно по каким причинам. Может быть, и христианство здесь повлияло. А может быть, и да чисто по-человечески. Человеческие какие-то факторы, что население меньше. И тогда начали приносить верблюдов. Белых причем. Это очень редкая порода у них. Все. И вот при одном таком жертвоприношении, там верблюда этого резали, и он присутствовал. И он увидел это, сильно ему легло на сердце. Как бы восстать против этого, чтобы вообще не было таких жертвоприношений. То есть, в принципе, это какие-то благие дела. Но это только язычника были дела, благие, как говорят, дела. Но никак не христианина. То есть мы видим, что это языческий человек, чисто язычник, который родился в языческой семье. И вот теперь ему нужно было как-то получить благовестие от кого-то. Ну, видать, в этот момент никто даже и не молился об этой стране. Почему? Это вот уже можно только предположить. А если посмотреть на сегодняшний день, мы можем и увидеть это. А где мы видим миссионеров от могучей православной церкви России? Где миссионеры ходят там где-то на Амазонке или в Африке, из России? Где они ходят? Как вот католики, мать Терезу взять. Там ясно она рассказывала о Христе. Это даже вот никаких, и есть и проповеди, которые она говорит, и беседы. Это все зафиксировано. Ну а где русские-то, вот православные проповедники? Их нету. Ну а почему бы не предположить, что в Иерусалиме тогдашнем и в Византии, тогда уже Византия тоже была христианское государство уже несколько столетий. Они не пошли просто. Они занимались своими вопросами. У нас вот Людмила Степановна сейчас. Следующий. Житейскими вопросами, пожалуйста. Давайте. Ну, написано, идите научите, как он их посылал, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Так они учили, ходили. Они сами ходили и учили. Апостолы, да? Но, научая других, они сами научались. Но они, как научая, благословение имели научите, но не имели Духа Святого, который бы дал им такую веру, такую вот, как бы сказать, веру в воскресшего, что он воскреснет, и мы воскреснем. У них этого не было. У кого у них это? У апостолов. Идите научите. У каких? Ну, а у апостолов, я поясню, в тот момент, когда Господь это сказал, у них на них еще не было сошествия Святого Духа. Надо коротко. Это речь идет о том, почему те, кто видели, те, кто были, жили во времена Иисуса Христа, почему они-то не уверовали? Почему они, даже Христос сошел и после смерти, и то они побежали ко гробу, и он им всегда говорил, и они не уверовали. Да потому что у них еще не было такого. Да Фигель же сказал, вот нормально, но прочитал по Слову Божьему, засвидетельствовал. Да. Тут, о чем вы разговариваете? Вера должна быть. Можно я прерву? Коротко. Вот вы сказали, им сказал Господь, идите и научите, но на них еще не было сошествия Святого Духа. Вот. Но потом-то это сошествие было. Потом-то было, тоже шли. Почему образовался миллиард мусульман? Вот вопрос изначально поставленный. Потому что вера от слышания. Миллиард образовался, потому что не было благовестия в этой местности. Подождите. Во-первых, вы вообще не о том говорите. Вот то, что мы сейчас в конце прочитали Евангелие от Марка, в толковании там Феофилакта Болгарского ясно написано, что вот эти последние повествования от Марка написано кратко. Но все это на 40 дней разошлось. То есть Христос, когда он это им говорил, идите, научите, и все. Они уже веровали, что он Бог. Все, они уже все это приняли на сердце свое, и они готовы были идти, но Христос был еще с ними вместе, рядом. Они еще на учение получали. Они бы пошли уже. Все, брат, это Володя, говори. Можно ответить стихом Писания. Иудеи требуют чудес. До того, вот как Мария Магдалина, они сперва в трепете, ужасе убежали. Потом, когда Господь явился ей, являясь своим воскресением, чудо, вот на самом деле это чудо для человека, она уверовала именно через это чудо.
Даже апостолы, пока Господь им не явился, только тогда они поверили слышанному. Они тоже ей сперва не поверили. Именно, опять же, через чудо. Ну и так вот брат Игорь тоже приводил пример с этими уверовавшими из жития святых. Тоже пока они чудо не увидели, они не поверили. Не уверовали. Ну причина какая была вот у них вот в том, что они не веровали? Господь сказал, жестокосердие вот это их внутреннее, необращенность. Ну, первая причина, вы сказали, почему люди вообще не принципиально не веруют в мусульмане. Потому что, и брат об этом, может быть, упомянул, что там было мало проповедников. То есть не было это вот этой волной распространенной вести. Вот тут мы видим, идут жены мироносицы, потом Мария Магдалина, потом еще двое. То есть у них хоть какая-то основа была у людей. Апостолы слышат этих, вторых, там, третьих услышали. И у них уже закладывается. И потом уже последний гвоздь, Господь уже сам является. Но если не было бы первого и второго пришествия вот этих, не было бы свидетельств, то вообще бы и не было веры. То есть первое, мы нашли причину, что не было свидетельства повсеместного. Вторая. Я еще хотел жития святых привести к этому. А, это очень известный случай. О семи отроках ефесских. Это 5-6 век начала. Когда они во втором веке гонения было, Декия, они в пещеру убежали, там богатый был среди них юноша с деньгами золотыми. И Господь так сделал, что они заснули. И проснулись через 260 лет. Там начало 6 века или конец 5 века был. Короче, 500 какой-то год там был уже. Или даже, или 400... 90-е, начало 6-го столетия, сейчас не упомню точно. И они вышли поесть и зашли в город, смотрят, крест уже, все. И поменять деньги-то начали, увидели, что у них деньги золотые, настоящие, древние. И тогда их там стражники забрали, начали разговаривать, они начали свидетельствовать о вере своей. И так узнали, говорит епископ и священники, что ради воскресения Христова случилось это чудо. Потому что, говорит, во всей этой стране все верующие, и даже епископы, и священники, пресвитеры, не веровали в воскресение Христова. Это, то есть получается, как раз в это время, когда пришел Мухаммед, вот чуть-чуть, вообще в воскресение Христова не верили. О чем благовествовать-то? Апостол Павел в 15 главе 1 Коринфянам прям конкретно говорит, если, говорит, Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вот она, тщетная вера. И может быть это и есть ответ, что никто не пошел, некому идти-то было. Просто. А те, которые были, последние там, как Феофан этот и начертанные братья, в этот момент они тоже сидели по каторгам, по темницам, в изгнаниях. Златоуста, это, ну, чуть, говорится, чуть пораньше этого времени. Но, однако, такого святителя, великого проповедника православия, до тех пор, пока не умер, затрясли на этом осле. То есть ты говоришь, на неверие пришло неверие. То есть неверие было повсеместным. И уже когда Мухаммед начал свою деятельность, он не увидел истинных вот верующих. В результате возникло у него учение. История нам показывает. Если бы был такой ревностный какой-нибудь христианин, который мог бы его наставить и своей жизнью показать, то, может быть, что-то бы изменилось. Ну да. Но это к нам прям точно бьет в наши сердца и по нашим делам. И по нашей вере. То есть получается, что для того, чтобы апостолы хоть как-то уверовали, еще до Пятидесятницы, необходимо было им явление Христа. Потом Григорию Америцкому тоже там надо было явиться Христу. Теперь тут надо было отрокам воскреснуть, чтобы опять подкрутить эти часы, как бы, часы веры в душе, чтобы они опять тикать начали, чтобы вера опять начала работать. Опять надо было воскресение какое-то. Чудо опять. А теперь нам-то какое чудо надо, чтобы мы продолжили эту веру? Нет, я думаю, что здесь, во-первых, нам нужно стать с позиции такой. Говорит, ну у меня, говорит, хватило ума понять, что у меня не хватает ума. То есть вот если на эту позицию мы встанем и крепко, ну кто-то хотя бы один, тогда может произойти здесь возрождение. Твое или мое, или любого другого сидящего верующего. А пока этого не будет... То есть мы себя считаем выше всего этого. Но мы-то уж точно веруем. Ну ладно. Потому что они-то так же себя считали. Но мы-то уж манихеи точно верующие. А мы вот сейчас даже в наше время многие обращаются
ко Христу. Почему? Вот неизлечимо болен человек, врачи уже ничего не могут сделать, и вдруг совершается чудо. То есть человек обращается или там к Пресвятой Богородице, или к самому Христу, или просто к Богу обращается, там молится своими словами, и вдруг исцеление наступает, наступает чудо, и человек просто верит этому уже. Все. То есть опять чудо нужно. Чудо. Мы на чудесах живем, чудеса. То есть постоянно подпитываемся, как часы подводятся. Веры то есть давайте, мы поняли, про мусульман кратко мы сошлись, что в то время не было искренне верующих людей, которые могли бы наставить Мухаммеда и все это движение. Первое. Ну а почему не было это среди христиан? Ну ладно, среди мусульман-то. Они язычники, они молодые, они еще искренне хотят во что-то веровать, а у них нету примера. Вот христиане были, и то никакие. Ну а у христиан-то у них были-то другие примеры, это не арабы, это не мусульмане еще. Почему у них-то вера закончилась? Часы кончился, завод ну, этот. Ну как, Фома, я еще можно? Пока, говорит, не вложу это еще? Персты в ребра твои, я не уверую. То есть вот. Ну да, Фома, теперь получается всем нам надо этот завод подводить постоянно каким-то новым чудом. Так вот сейчас чудес-то и море, и пояс Богородицы, и голова Луки. Веры-то должно быть много теперь у нас. Ну, да. А у нас ее чудес. Тайна, чудо и авторитет. Три говорит этих категорий, три кита, на которых так и мы. Слово спрятано. Слово было спрятано, раз епископы были неверующие, оно и тогда не распространялось. Ну, такого написанного не было, но оно же передавалось, мы знаем это из Деяния апостолов, говорит, как оно называется? Предание. И передавайте предание тому, что мы вас научили. Оно, выходит, не передавалось. Оно куда-то уходило в пещеры и так далее. Монахи уносили с собой. Вы поняли? Все, говорите. Ну, здесь как раз сестра упомянула об этом, что действительно священное писание, оно было спрятано от людей. Вот история показывает, вот самое передовое общество 16 века, это была Англия. Там и свобода как-то было слово, но писание было только на латинском языке. А латиницу никто уже не понимал в Англии. Об этом тоже свидетельствуют историки. И одна из причин этой реформации, которая захлестнула буквально в 4 года, пала католическая церковь в Англии. За 4 года была полностью разрушена. И одно из этих, то что люди... И даже священники, епископы не понимали Слово Божие. Они просто даже не знали некоторых изречений Христа. Те, которые были на слуху, которыми там пользовались и все остальное, просто они не прочитали или не понимали языка. Не хватало ума уже у людей, и не сил. А может быть так Господь сделал, разумение отнял. И то же самое, это мы о 16 веке говорим. А мы-то сейчас с вами говорим вообще о Мухаммеде, это 6 век. 6. Но он умер в 632 году. А родился он, прожил он 68 лет. Кто? Че? Че, Игнатьевич? Игнатьевич. Вот к нам приезжают сюда в Россию сектанты. Вы посмотрите, какой крик поднимают православные священники. Они на нашей канонической территории, они вот тут образовали, а образуют-то не один, не два. Вот этот негр приехал, ты посмотри, общины какие, по 2000 человек на Украине, это оранжевую революцию, они сделали, помогли, Ющенко, Якунович, они его возвели. А это на нашей территории. В первую очередь, территория, это условное понятие, а веры никакой не было. Но я бы там оказался, что с ними вступил в беседу, пригласил бы к себе, может быть, даже. Ну как, в интернете вот я сейчас, да и в жизни у меня было. Но ведь этого нет, им сразу объявили войну православную. Почему никто не стал говорить о том, что эти люди подвижники? Они оставили родину, детей, жену, через океан прилетели, они искренне в это верят. Да если бы они натолкнулись здесь на настоящих проповедников, на настоящую веру, ну такие как Стефан Пермский, Иннокентий Вениаминов, Николай Японский, ну кого я знаю, благовестников, Маркарь, Бакарий Алтайский, наверное, разговор пошел бы по-другому. Ведь здесь то, что там образовалось, это же не на пустом месте. Эти люди платили дань Византии. Там, где Мухаммед был. А тогда решили, как веровать. Они не просто ставили вопрос, ты говоришь, уничтожить их, если не примут веру Христову. Ну да. Веру Христову.
веру Христову не принимаете, а евреи собрались и рассуждают. А если казнят, там какая-то да разница. А Царство Небесное, они-то и не понимали о том. Они пришли, согласились, ну дайте чудо. А там у них разные были представители. С их стороны тоже было чудо. Они могли писать на воде, и надписи сохранялись. Они могли, вот подошел их там, свой Нирван, подходит к быку, здоровый бык бойцовский. Он подошел что-то к быку, шепнул на ухо, бык скопытился и все. А он ему тогда в ответ и говорит америцкий, а ты воскреси его, попробуй быка. Он говорит, не могу, ну вот это дьявол и делает, он только убивать может. Ну разве это доказательство? Стали молиться в собрании. И в это время, чтобы Христос явился, гром, и чудо явился Господь на облаках. Ну а дальше что? Вот он правильно дальше Игорь говорил. Прошло всего лишь 1656 лет. Ну, конечно, это срок, но не такой и большой. Земля вся развратилась, и Бог потопил этот мир. Да. Осталось одно святое семейство Ноя. И проходит всего 721 год. И уже настолько развратились, что строят башню, вызов Богу бросают в его чувство поклонения. И Богу надо снова было вмешаться и разделить, чтобы друг друга не понимали. Верующие пятидесятница собирают людей, чтобы понимали. А неверие раздирает по сторонам, они не стали понимать друг друга. Вот это было в Византийской империи. Там непрерывные перевороты, казни императоров. Вот тот же самый император Фок. Это все из христианской когорты. Хороший был царь Маврикий, он его сбрасывает, захватывает власть, казнит его там шестерых сыновей, его казнит, казнит жену, казнит его дочерей, ну как Ленин. Дочери-то причем обычно уничтожали только мужской пол. Вот эта самая история была и тогда там. И говорят теперь, ну видишь как, там зороастризм был, там было манихейство, а манихейство это христианская секта. И оттуда он ездил, он помогал своей жене, она в два раза старше его была у Мухаммада, он на ней женился-то. Он умница был. Он очень интересующийся человек, я его даже примерно так представляю, ну как вот Игорь Барабаш. Все время ездит, такой чернявый, конечно, продутый ветрами всеми. И он на слух где что брал. А потом уже эти видения, откровения, которые он принял как от Бога, ну, естественно, стал излагать. Первая жена его поддержала, другие нет. Дальше начинает развиваться. Теперь обвиняют. А там было манихейство. А почему не христианство? Почему он поднабрался? Если бы там были христиане, он не от манихея поднабрался. А поднабрался бы от православного. Там не православное было уже, когда он пришел. Ты сказал, эти начертанные братья, они через 200 лет жили. Да, конечно, не в том месте-то еще жили. Да, не в том месте были. Но я говорю, не было просто таких. Да, просто не было. Да. И вот та ситуация, какая была там, она сегодня. И люди отступили от Бога, не верят в воскресенье. И Бог вырастил этого Мухаммада. Он все насаждал мечом. Мечом, чтобы насаждать веру, прорубать. Это только два человека было. Моисей и Мухаммад. Мортали. Все нанесли смерть. Они 13 номером прошлись по вселенной. У Моисея, это у него выход в Китай. Те же самые были. У него ничего у Моисея не было. Никого не убеждал. Народы. Ну, пошлите миссионеров, ну, может быть, кто-то обратится. Никого вырезать, нам земля нужна. Ну, давайте, ну, ладно, ты не верующий, я уже думаю, ну, это же геноцид народа, всем народности. Люди собираются, срочные коалиции составляют, ничего нет, не могут. А этим им нечем было заниматься там, в пустыне. Они ни грядки не пололи, они только учились воевать. Они, говорят, не умели воевать, будь здоров, воевали. Да, ну, не умею. Посмотри на книги Маковецкие. Они десятикратно.